Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, на сайте Дома-2 стартовал конкурс «Любовь года» по версии сайта. На данный момент лидеры голосования Майя Донцова и Алексей Купин. Ребята пишут: «Спасибо за каждый ваш голос, мы за любовь». Жена Вальтера Соломенцева уверяет, что он не помогает своим маленьким детям. Мужчина уверен, что жена мстит ему за то, что он ушел от нее, и поэтому клевещет. «Она как-то говорила мне, что либо я буду с ней, либо она меня уничтожит. Истина победит». Юлиана Богомолова переживает из-за расставания с Никитой Шалюковым. Она понимает, что у парня нет к ней чувств, но не готова его отпустить. «Знаю точно, – пишет девушка, – что если мы будем оба на проекте, я не дам ему построить отношения». А Марина Африкантова, которая была категорично настроена по отношению к Роме Капаклы, теперь признается, что он ей нравится. «Нам очень хорошо и весело вместе, – пишет она. А курортный роман это или серьезные отношения покажет время». В недавнем эфире обсуждали конфликт Майи Донцовой с Юлией Ефременковой и Лерой Фрост. Никого с проекта выгонять за драки не будут, но Бузова предупредила, что в следующий раз за драку будет дисквалификация с конкурса «Любовь года». Ну а конфликт между девушками так и остался нерешенным. Ольга Рапунцель ответила своим подписчикам в Инстаграм, которым не нравится ее внешность. «Ну и что вы мне тут пишете про мою внешность, завистливые людишки? Я горжусь своей внешностью. Я люблю себя, свое тело. Я была всегда за натуральную красоту. Вам бы так всем выглядеть в моем возрасте». Кстати, многие зрители считают, что родная сестра Ольги, Алена, гораздо красивее. Тата и Валера Блюменкранц рассказали подписчикам, как назвали свою дочь. «Нашу малышку зовут Беатриса», – пишет Тата, сокращенно Бетти. «Блюменкранц Беатриса Валерьевна. Наша доченька, наш ангелочек, спасибо тебе, что ты выбрала именно нас». Валера рассказал об общении с тещей. Их конфликт уже в прошлом. Сейчас они общаются нормально, но жить вместе с тещей Валера не намерен. Ходят слухи, что Тата с Валерой не только не будут принимать участие в конкурсе «Любовь года», но и вообще не намерены возвращаться на проект. Влад Кадони опубликовал фотографию со своей мамой Еленой Голуновой. Пост собрал много положительных комментариев. Ходят слухи, что Катя Колесниченко выходит замуж. Она дала комментарии журналистам. «Не хочу раскрывать подробности наших отношений, просто порадуйтесь, что мне преподнесли такой подарок». Кольцо из белого золота с бриллиантами стоит примерно 300 тысяч, но этот подарок вовсе не означает, что я выхожу замуж. В сети появились фотографии родной сестры Вики Романец, Антонины. Теперь девушек сравнивают, и это сравнение оказалось не в пользу бывшей участницы Дома-2. Антонину сочли намного красивее Вики, тем более, что ее внешность не претерпела никаких изменений, а также ее молодость является неоспоримым плюсом. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.